Забег по пересеченной местности прошел в селе Ивановка. Такое мероприятие в Староскольском округе впервые. Спортсменам пришлось преодолевать лес, песок, холмы и даже брод. Организовал соревнования руководитель православного центра духовно-физического развития «Аскет» и самый спортивный священник Старого Оскола Максим Пастухов. Поддержали начинание бегуны со всей Белгородской области, а также из соседних регионов. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Трейл-раннинг – это бег по природному рельефу в свободном темпе. Отличительная особенность данного вида легкой атлетики – ландшафт. На трассах обычно присутствуют холмы, горы, пустыни и густые леса. В Ивановке для трейла есть все – асфальт, лесные тропы, песчаные и грунтовые дороги, крутые подъемы и даже брод длиной 250 метров. Тяжело! Такого забега в Староскольском округе еще не проводилось. Очень довольна тем, что смогла финишировать, несмотря на такую сложную, трудную дистанцию. Поэтому занимайтесь спортом, любите свою родину и участвуйте в подобных мероприятиях обязательно. Дистанцию разделили на два маршрута – 8 километров 900 метров и 14 километров 400 метров. Набор высоты от 70 до 142 метров. Забег получился не массовый, хотя желающих было много. Приехали спортсмены из Старого Оскола, Шебекина, Веделевки, Белгорода, Воронежа, Ельца, Липецка. Всего 62 атлета. Причем трудности преодолевали и опытные ультрамарафонцы, и любители, которые впервые решились на трейл. К слову, профессионалам потребовалось менее полутора часов для финиширования. Приехали к вам, чтобы немножко отвлечься, погулять, посмотреть новые территории, новую природу. Это примечательная, очень интересная горка, в которую реально пришлось карабкаться, потому что я сначала не поверила организаторам, что она будет такая крутая, казалось бы, где в Старом Осколе. Вот, она короткая, но действительно очень много сил отняла. Местами было очень трудно, даже с помощью веревочки пришлось залазить. Очень крутые подъемы, очень спас в конце. Брод в реке Оскол очень помог. Из последних сил добирались, но мы все-таки добрались. Спасибо организаторам за проведение такого трейла. Надеемся, что в следующем году мы еще поучаствуем. И дистанции будут подлиннее. Спасибо большое. Организатор трейла – настоятель Ивановского храма Рождества Пресвятой Богородицы Максим Пастухов и Православный центр духовно-физического развития «Аскет». Местные прихожане точно знают, что в здоровом теле – здоровый дух. Этот спортивный проект «Аскет Трейл» нацелен, чтобы познакомить сельскую молодежь округа со спортом и такой интересной дисциплиной. И будем развивать именно по региону нашему Староскольскому округу. У нас еще много планов. Будет забег в формате «бэк-ярд», будут зимние забеги, будет ночной забег. В общем, много очень планов. Занимайтесь спортом, тренируйтесь, открывайте для себя новые горизонты. Спорт – это жизнь. Преодоление себя – главная награда в этом забеге. Но без медалей и грамот тоже не обошлось. За видео отдельная благодарность староскольскому марафонцу и талантливому оператору, руководителю детской киностудии «Золотой кадр» Вадиму Бойко. Мария Шелепова, Елизавета Очкасова, 9 канал.